Время пришло, в гости отправиться, ждет меня старинный друг. Он толстый и славный мой друг, самый главный он Мишка, неужели Мишка? Всем он знаком, кто угостит не то, Мишка, глупенький Мишка. Лакомка Винни-Пух, всех и на землю бух. Нас без сомнения ждут приключения, мы ведь не любим скучать. И пасмурным днем, если дом за окном, как славно, что можно тебя повстречать. Мой Мишка, придумщик Мишка, да ты постой, возьми меня с собой. Мишка, плюшевый Мишка, навек мы друзья, мы старенькие Винни-Дайя. Пятачок, не подумай, что я жалуюсь, но, может быть, лучше я съем мед, чтобы было легче держать горшок? Ах, пух, я все понимаю, но приходится долго присматриваться, чтобы на кончике кисточки получился пух, как желтый. Ну и дела. Пух, пух. Прости, Пятачок. Это, видно, мои ноги решили отдохнуть от меня. Осталось совсем немного. Мама! Портрета как не бывало! Привет вам, друзья-художники! Великолепно, гениально! Похоже на белых медведей, которые едят зефир в пургу. Но на самом деле там не белые медведи, а пух. Вот так. Я там был, а теперь где я? Неизвестно. Пуха-похититель? Но здесь не появлялся никто. Ага! Определенно этот никто появился и сапал под носом у Пятачка пуха в портретик. Ты уверен? Это несомнительно. Кто еще лучше меня разбирается в этих никтохах? Пошли, надо найти его наконец. Тигра, а как же найти его, если его совсем не видно? Элементарно, пух, положись на мой нюх. Чуй зверя. Вот он, проклятый никто длинноухий. Никто длинноухий? А здорово он похож на кролика. Потому что я и есть кролик. Загадочная история. Тигра, это мой огород, и я кролик. У никто должно быть менее пушистый хвостик. Что это еще за никто? Это такой кто-то, кто крадет рисунки. Вы меня удивляете, как можно носиться по лесу в поисках каких-то невидимок. Но ведь украден портрет. Да ерунда, надо спокойно во всем разобраться. Спокойно? Ну что уж, вот отыщем никто, и тогда разберемся. Никто. Придумаю тоже. Чуть не упал! Это вы мне? С кем ты беседуешь, тигр? Здесь ведь никого вокруг. Это и есть никто! Тигра, у этого никто голос совсем как твой. Да потому что этот никто подлый воришка. Он тащит все, что не прибито гвоздями, даже голоса. Но я не боюсь, действуем по плану Тэй. Тэй, это тигр, чтоб вы знали. Попался! Попался! Тигр стал гораздо тише, тебе не кажется? А может, это предусмотрено планом Т? Пух, а может, он пытается объяснить, что потерял голос? А что же он сразу не сказал, глупый? А помнишь, тигр сказал, что никто подлый воришка? Конечно, Пятачок, я помню. Значит, тигр не терял голоса. Его этот, никто с голосом, как у тигры, украл. Ой, это, наверное, тот, кто украл твой портрет. Я считаю, скорее всего, этот никто прячется в районе нигде. Что за наваждение? Где морковь? Здесь была, я точно помню, и здесь. Никто не мог их выдернуть. Я не уходил. Я, кажется, сказал никто. Бред какой-то.
Динамит, меня разбери, гости. И кто же это явился, не запылился? Да еще не поздоровался. Инструменты пропали! Воры, мародеры! Но больше они сюда носа не сунут. Посмотрим, что они запоют, когда я взорву северный тоннель. Пух, а тигр все еще молчит. Он говорит, смотрите себе под ноги. Там нора. Слушать, как тигра молчит, мне просто надоело. Надо постараться отыскать его голос. Ага, попались жулики. Отдавай твои инструменты. Тоже мне умники какие нашлись. Я покажу им. Последний раз забрались в южный тоннель. Всему должно быть разумное объяснение. Не могут же вещи исчезать ни с того, ни с чего. Я уверен, кролик поможет отыскать этого никто, который украл тигрин голос. Тигра, что же ты делаешь с моими овощами? Нет, 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 нет. Раскаяние тебе не поможет. Я знал, я говорил, что чудес не бывает. Но, кролик, тигр хотел сказать, что он спасал твои овощи, чтобы их никто не украл. Опять никто? Надоели эти сказки! Скажи, ты случайно не встречал кого-нибудь с голосом, как у тигры? Ну, разумеется, я не встречаю его ежедневно. Иначе для кого все это выращивается? Всех милости просим, будьте как дома, пожалуйста, не стесняйтесь. Наверное, сейчас не время расспрашивать кролика про никто. Он сегодня чем-то сильно взволнован. Что за напасть? Они теперь вас точно в туннеле. Несомненно, и капусты было больше. Я уверен, чудес на свете не бывает. Или ошибаюсь? Привет, кролик, а мы опять к тебе. Понимаешь, твой никто единственный, кого мы нашли. В последний раз говорю вам, не знаю никакого никто. Тогда кто же все это стащил? А, мои помидоры! Где же они? Смотрите, что происходит. Ой, ой, мама. А, все исчезает. И никого, кто бы мог это сделать. Никто не похитил все мои овощи. Ну вот теперь все в порядке. Эй! Нигде от них спасу нет. Надо будет заблокировать северо-западный вход, потом юго-восточный, потом... Ой, ой. А знаете, эти никто, что воруют овощи, мне кого-то напоминают. Конечно, ведь это обыкновенные вороны. Ну и зачем же воронам тигрин голос? И как отыскать тигрин голос среди этих овощей? Я знаю. Надо первым делом вернуть на место овощи кролика. Тогда мы и найдем тигрин голос. Но это будет уже следующее дело. Ведь в конце концов, что однажды упало, может взлететь. Ну, кажется, похищение овощей наконец прекратилось. О, опять никто вернулся. Ну, паршивцы, получайте. Ух, пятачок, тигра, никого нет? Значит, никто взорвал мой огород. Привет, кролик. Твои овощи взлетели сильнее, чем мы думали. Но все-таки они вернулись к тебе. Да, мы спасли их от ворон. Вороны? А виноваты они? Ну да, все началось с того, что никто у пятачка украл пуха. А потом вороны украли тигрин голос и спрятали его в твоих овощах. А держали они все это под землей. Так что, выходит, кролик, ты все-таки был прав, когда утверждал, что чудес на свете не бывает. Смотрите, портрет. А белые медведи были лучше. Ой, тигра, и ты заговорил. А как же? Это же любимое занятие тигров. Мой колосок нашел меня, когда я возвращал твои овощи. То есть ремонтировал твои грядки. Ну, динамит их разбери, я их проучил. Скажите, а что это кролик такой растерянный, а? Никто забрал у пятачка пуха, потом тигрин голос, потом мои овощи. Но никто, это никто, потому что это вороны. Может, я что-то не так сказал?